Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас такое вот необычное видео. А почему необычное? Сейчас я вам расскажу. Значит, выиграл я утюг, причем выиграл, в принципе, даже не знаю, а розыгрыш, а с чего все началось. Звонят мне в один прекрасный день, говорят, что нужен мой адрес для того, чтобы вручить приз. Приз от сайта, от опросника, то есть у них каждый месяц проходят конкурсы среди участников опросов, и вот я выиграл. Сначала я думал, что это просто-напросто развод, но спустя неделю после праздников действительно приехал курьер и привез мне вот такой вот пакет. На выбор, да, кстати, забыл сказать, на выбор был утюг или электробритва, но поскольку электробритвой я не пользуюсь, просто электробритвами не пользуюсь, я решил выбрать утюг. Так давайте же посмотрим, что можно выиграть вот так вот. Ни разу ничего не выигрывал, были какие-то мелочи в лотереях, но это все мелочи. А так вот ни разу ничего такие не выигрывал, тем более не знал даже об этом розыгрыше, не знал об этом конкурсе. Если кому интересно, ссылку скину в описании этого сайта опросника. А сейчас давайте посмотрим, что же нам пришло. Значит, довольно-таки быстро. Они единственное, что попросили, это мой адрес для доставки и фотографию для своего сайта. На этом сайте выложили мою фотографию, что я стал победителем. В принципе, вот так вот. Давайте откроем и посмотрим, что же там у нас прислали. Сначала вот здесь вот снимаем пакет. Все, тут пусто. Здесь какая-то товарная накладная, я так понял, но она нам, в принципе, не нужна. Это в сторону. Нам нужен вот этот вот пакетик. Что тут упаковано? Опа! Утюг Philips. Утюг Philips, действительно, прислали утюг. Не знаю, как по поводу работает, не работает. Это будем разбираться уже дальше. Давайте посмотрим, что у нас здесь имеется. Отпариватель. Два режима отпаривания, 2300 ватт. Вот такой вот утюг прислали, представляете, выиграл в конкурсе, ни разу ничего не выигрывал. Что у нас здесь есть? Значит, 2300 ватт. Система от капель, то есть, если утюг просто держать, капать вода не будет. 35 грамм в минуту ударная струя, 130 граммов это паровый удар. Вертикальное отпаривание. 300 миллилитров помещается в утюге. Заливать можно воду из-под крана. И какая-то еще функция, не знаю. Давайте посмотрим. Никогда, правда, не думал. Не думал, что можно что-то в каком-то конкурсе выиграть. Ух ты, какой большой. Это все фантики. Что у нас идет в комплекте? В комплекте идет инструкция. Это я не знаю, что такое. Здесь идет инструкция на нескольких языках. Ну, кратенько, наверное, как ей пользоваться и все такое, что можно делать, что нельзя делать, как заливать воду. Вот такие вот инструкции есть в комплекте. Давайте рассмотрим сам утюг. Значит, довольно-таки длинный шнур, как я посмотрел. У меня утюг Vitec. Шнур там, ну, где-то с метр. Ну, хотя удлинитель еще есть на самой гладильной доске. Но все равно маловато, мне даже. Керамическое антипригарное покрытие Philips. Что еще здесь есть? Две кнопки. Это паровый удар, как я понял. А это вот разбрызгиватель из носика. Кнопочка, чтобы разбрызгивать из носика. Вот здесь вот заливочный клапан. И действительно, заливочный клапан очень большой. Так что я думаю, можно заливать, правда, как написано, прямо из-под крана. Сам утюг довольно-таки увесистый, если просто им гладить, ну, я думаю, с помощью веса должно хорошо, что он гладить будет удобно из-за того, что он тяжелый.
А вот так держать-то в руках довольно-таки неудобно. Три положения отпаривателя, значит. Да, три положения отпаривателя, разбрызгиватель и пар. Паровый удар. В общем, вот такой вот пришел утюжок. Никогда не думал, что можно что-то выиграть, тем более даже не участвуя ни в каких конкурсах. В общем, вот что пришло. Ссылочку на сайт оставлю, кому понадобится. Значит, что еще? Вот еще что не показал. Здесь есть настройки. Ну, это как на всех утюгах. Меньше, больше. Вот, шелк, хлопок. Так не видно, вот так вот. Есть настроечки, регулятор, регулятор температурки. Задняя часть, вот эта вот, довольно-таки такая шатается. Слышите, даже постукивает, так что как бы она не отвалилась, но им кидаться не придется. И все равно на халяву, надо посмотреть, сколько он стоит. Но все равно на халяву прикольная вещь, тем более Philips, не какой-то не китайский, ничего, филипсовский. Хороший подарок, спасибо огромное сайту. Это не реклама, ничего, просто вот действительно пришел вот такой вот подарок. Очень приятно. Ну, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Кто хочет также испытать свою удачу, оставлю ссылку этого сайта под описанием видео. Ну а с вами прощаюсь, с вами был Владимир, канал «Китай стал ближе». Сегодня было такое вот необычное видео. Пришел подарочек в конкурсе участия. Ну а на сегодня все. Всем пока. До новых встреч, друзья.